Коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки якобы нанесла авиаудар по складу с химическим оружием боевиков Исламского государства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По данным Генштаба Сирии, в результате этой атаки погибли сотни человек, в том числе и мирные граждане. В коалиции уже опровергли это сообщение об авиаударе. Американский полковник Джон Дориан утверждает, что это преднамеренная дезинформация. Не подтвердили авианалет и в российском Министерстве обороны. Военное ведомство не располагает информацией, подтверждающей гибель людей. Но на место все равно направили беспилотники для мониторинга ситуации в сирийской провинции.